Передвижной флюорограф – это автомобиль на шасси отечественного производства. Внутри есть где раздеться, сам аппарат, место оператора, а также дополнительное пространство. Электропитание от стандартной розетки. Машина предназначена для работы как в Анапе, так и в сельских округах, в том числе в рамках Дней здоровья. Графики работы будут составлять по запросам медиков на местах, а также представителей территориального местного самоуправления. Ключевая задача – ранняя профилактика смертельно опасных заболеваний. Мы сделаем максимальный охват населения флюорографическим обследованием. Это люди, которые считают себя здоровы, которые длительно не проходили рентгеновского или флюорографического обследования. Мы постараемся обхватить эту категорию. Плюс у нас есть отдаленные населенные пункты, люди социально слабо защищенные, которые не могут себе позволить приехать, например, в городскую поликлинику для прохождения флюорографии регулярно. Мы будем ехать к ним, к этим людям, к этой категории населения.